извините, извиняются. Чем закончилось? Вернулись назад, а некоторые, говорят, пробили голову, а некоторых посыльных убили. Тут вообще непонятно. И когда хозяину сказали, он разгневался и сказал, званые не были достойны. Но снова посылает, идите по изгородям, по канавам, по переулкам, соберите всех нищих, слепых, хромых, убогих. И пир наполнится возлежащих. Мы выполняем роль посыльных. А меня не посыльная задача привести, чтобы он уверовал, задача дать известным. Если я не сумею это сделать, виновен я только за то, что я не пошел. Вы знаете, пример великой. Вам давали, нет вот такой вот штуки? Нет. Нет. Вот это наш сайт, мой сайт. Ух! Вы знаете? Здесь от него вверху написано православный форум Игнатия Лапкина. Щелкните и на нем. Хорошо. Равному этому сайту Вик мировой сети запомните. 50 книг аудио на это понасчитано здесь. Я абсолютно поддаюсь вот вашему слову. Вот смотрите, вот здесь. Это вот занятие, которое я вел в университете здесь.